Сегодня хочу приготовить курицу вот в таком прекрасном аэрогриле. У меня есть крышка аэрогриль. Как-нибудь обязательно сделаю на нее обзор. Я уже намариновала курицу. Курица просто прекрасная, вкусная. Мариновала практически по своему рецепту. Единственное, только я не клала лимон. Что-то я не захотела. Но это обязательно соевый соус, куриная приправа и много-много лука. Вообще я много лука люблю. Ножки я еще в аэрогриле не делала. Хочу попробовать, но мне кажется, будет достаточно вкусно. Вообще это очень-очень просто. Накрыл крышкой, выставил температуру, выставил градусы и забыл об о них и ушел в комнату. И они сами готовятся. Единственное, надо их потом обязательно перевернуть. Вот как раз у меня, наверное, влезут все ножки. Лук я сюда класть не буду, потому что он сгорит. Поэтому лук не надо. Его можно положить немножко в конце. Когда уже будет подходить к концу, я могу забросить лук. Лук тоже не выкидывайте, он очень вкусный, он уже маринованный в масле, в соевом соусе. Конечно же, его так на бутербродах, да, есть нельзя, потому что здесь была сырая курица, но этот лук можно пожарить и потом скушать. Будет очень-очень вкусно. Вот так я уложила ноги. Сейчас я накрываю крышкой аэрогриля. И, конечно же, выставляю градусы. У меня 175 градусов. И поставлю я ее где-то пока минут на 40. И опускаю ручку. Все. Аэрогриль заработал, а мы с вами идем отдыхать. Сегодня прикупила вот такую гигантскую картошку. Она очень-очень большая. Сейчас хочу ее порезать дольками и будем с вами ее жарить на гриль-сковородке. Пока у меня готовится курица, я ее уже один раз перевернула. Я хочу налить на гриль-сковородку немного масла. Не хочу жарить на сухой. Сами знаете, картошка, она все же берет в себя масло. И включить газ. Сейчас я эту гигантскую красавицу постараюсь почистить. Я почистила эту гигантскую картошку. Вот так у меня получилось. Посмотрите, какая она огромная. Просто огромная-огромная картошка-мутант. Сейчас я буду резать ее дольками. Специально хочу порезать. Сейчас я вам покажу. Вот такими, наверное, кружочками. Так, эту попку я оставлю. Старайтесь резать не очень. Вот где-то примерно вот такой толщины. Старайтесь резать не очень толсто, чтобы картошка прожарилась. И буду ее жарить прям такими кругляшками. Отправлю на гриль сковородку. Я вначале, конечно, испугалась. Думаю, такая гигантская картошка, что она внутри будет какая-нибудь гнилая. Нет, абсолютно хорошая картошка, целенькая. Внутри, я думаю, будет достаточно вкусная. Так что сейчас я ее нарежу вот такой толщины, средней, и положим с вами ее на гриль-сковородку. И вот так у нас уже с вами подрумянивается курочка, становится такой красивой, румяной. Она будет очень-очень вкусной, потому что я уже делала бедрышки. Бедрышки были очень вкусные. Я думаю, ножки будут тоже не менее вкусны, чем бедра. И кладем нашу картошку обжариваться на гриль-сковородку. Это будет очень-очень вкусно. Смотрите, какая огромная картошка. Я прям вот так ее буду класть. Сколько влезет, столько и будем кушать. Вот так. Докладываю остатки картошки. У меня, наверное, даже вся сюда не влезет, но вот так немножко можно потесниться. Вот столько картошки у меня влезло. Вот так вот жарится картошечка. Быстро ее перевернули. Пока не солю. Переворачиваем и жарим на другой стороне. Очень вкусно такую картошечку кушать с салатом, с курочкой. Я вообще картошку жареную обожаю. Даже просто с селедкой или с салом. Очень сильно люблю. Вот так она хорошо жарится.
И вот такая у нас получается. Обязательно, когда картошка приготовится, выкладываем ее на салфетку, чтобы стек лишний жир. Вот такие у меня красивые чипсы получились. Хотя это не чипсы, это жареная картошка. Просто такими кругляшками. Сейчас я ее выложу, жир стечет. Ну и вот такой у нас вкуснейший пятничный ужин получился. Мы будем есть эту картошку с курицей, с селедкой. Я селедку уже замариновала с луком. Обязательно с огурчиками, потому что я люблю очень маринованные огурчики. И, конечно же, с капустой, тоже маринованной. Кто сейчас тоже кушает, всем приятного аппетита. И огромное-огромное спасибо, что вы все остаетесь со мной. Обязательно будем готовить с вами что-нибудь еще вкусное. Конечно же, не такое жирное. Такое жирное будем есть только по пятницам. Всем хороших выходных, хорошей пятницы. Всех вас обожаю, люблю. И до свидания. Пока.